Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено боксу без вложений Битнер Клуб. И у меня на балансе 5 рублей. Я хочу проверить этот бокс на вывод. Значит, что я туда так пополнить и вывести хочу вам показать. История. Как я говорила ранее, я здесь работаю только без вложений. История пополнения пуста. Я здесь ничего не пополняла. Работаю только без вложений. Ну а там уже, потому что ваше дело, здесь есть опцион, капитал. Это что хотите, то делайте. Это ваши деньги. Я же акцентирую без вложений. Значит, нажимаю вкладочку «Вывести». Так... Что у нас здесь? Киви и Яндекс по 10 рублей минимум, а на Pair минимум 1 рубль. Ну что, здесь нет вкладочки, куда прописывать сумму. Я так понимаю, что автоматически все спишется. Нажимаю «Выплатить». А, вот куда вставлять, понятно. Значит, 5.60 вывезем так. Возможно, придется полную сумму без копеек вводить, если сейчас не получится с копейками. Выплатить. Кошелек Payr не установлен. А как это так? Так. Пополнить настройка. Ой, я ворона. И богу, друзья. Прописываем Payr. Сохраняем. Вот теперь идем на... Так, где у нас вывести? Теперь вставляю сумму 5.60. Так, срок 1 минута, комиссия 1%. Статус выплачено. Ну что ж, выплачено, так выплачено. Значит, идем на почту. Мы закрываем. Pair. Смотрите, друзья, платит инстантом. Значит, смотрите, 12.10 время, 0 минут назад. Pair плюс 5.54 с учетом комиссии. Выплата, друзья. Битнер Клуб. Все замечательно. Букс платит. Это, конечно, радует. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, не интересно, проходим мимо. Здесь я работаю только на серфинге. Вот. Серфинг в течение дня пополняется. Ну и партнерская ссылочка находится вот здесь. Вот она во вкладочке «Партнеры». Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.